Блин, челики, знали бы, что происходит в этом режиме 2 на 2. Тут так лагает дико, просто жесть. Чё, блин, происходит, ребят? Я пока тут разобрался, я охренел просто. Если честно, блядь. Ну, в принципе, можете меня поздравить. Первый раз катаюсь с челиком пятой ладьей. Просто посмотрите на эти кадры, блядь. Пятая ладья, и мы, возможно, победим. Хотя я не уверен, Z-штрих он максимально мощный. 2 хп у них, все, там мы продержимся. Т2 медузы, е. Так вот сделаем просто, и я не знаю. Бах, бах, бах. Бах, бах, все. Но по-любому я же должен напасть на челика с рыцарями. И у нас все будет зашибонь, так сказать. Выиграем эту нереальную партийку. А, блин, сейчас эти мобы. Ну ничего, ничего, ребят. Ну, учитывая, что тут просто на два поля. Нам артефакты выпадают, кстати. Неплохие. Догон выпал. Первого уровня. Пусть снайпер дамажит. Не, ну деньги нам уже реально ни к чему, разве что лег какой-то выпад. Если нам попадается вот этот штрих, мы от него ничего не оставим. Я больше чем уверен. Тупо тролли. У него 6 рыцарей. Понимаю. Ну, все, ГГ. Смотрите. Кил. Заморозил. Корабль полетел. Бум. Все, до свидания. Все, е, ребят, победа. Е. Ну, победили, все. Ура! Наш челик еще сражается. Жизнь, ребят, что нам дадут? И плюс уровень. Челики, вы готовы? Вы готовы? Вы готовы? Это просто нечто. Посмотрите на мой стол. Просто посмотрите на мой... Это обосраться, блядь. Хочу обосраться, ничего не сказать. Пожалуйста, дай мне виномонтерку. Ё-моё, я хочу выиграть это. Я это не выиграю все равно. Несмотря на то, что у челика Тетчиса нет. Ладно, у нас сейчас будет последняя надежда. Я надеюсь, у нас все получится. Мы сможем. Мы сможем. Яйцо. Ладно, ладно, сейчас все порешаем, ребят. Итак, яйцо у нас есть. Мы качаем на мансерку. Извиняюсь. Опа. Камбэк, камбэк из Рио. Камбэк из Рио. Камбэк из Рио. Меняем расту. Так, сейчас будем чекать. Корабль прямо в цель. И что же дальше? Динамансер Т3. До хрена урона. Да хрена жуков. Ну что? Опа, а что это у нас такое? Сейчас он будет инсторолить. Так, надо следить внимательно за его движениями. Что он будет делать? Нашел это говно.
Так, сейчас посмотрим. Кунку заморозили. Итак. Кунка дает корабль. Корабль гамнон, да ладно. Ужасный этот, хрень это ужасная. В общем, гамнон, вы поняли, что у нас тут. Здесь у нас тупо виномансер. Одно хп, ребят. 7000 урона виномансер. Так, ладно, мы должны собраться. Я не знаю, зачем я ролю. Так, окей. Надо подумать. Окей. У него шаман сама Баку стоит, значит так. Посмотрим, что с этого выйдет. Виномансер обратно. Захексил. Сука. Корабль ужасный. Он Тэчиса нашел. Блин. Блин, я уже поверил в свою победу, ребят. И что же нам? Да. Я-то думал. Ну ничего, бывает. Так, ребят, всем здорово. Всем здорово. Сейчас будем делать какую-то нереальную расту, чтобы хоть что-то пытаться сделать этому челику богами. Его пробить не можем. Это вообще что-то странное на самом деле. А, убили сразу. А, черт. Бог не задал, что-то Black Hole. В общем, да, Т2 Enigma, это как-то боль совсем. Тяжело пробивается, ребят. Но надеемся на лучшее. Может быть, получится шамана сейчас найти? Нет. Так, ну смотрим. Тинкеру не дали врубиться. Да блин, жестко как-то. Я впервые вижу вообще, что кому-то проигрывают мои маги. Так, ну надо что-то сунуть по-любому. О. Возможно, против Black Hole, кто знает, напишите в комментарии, по-другому немножко надо было расставиться. В общем, да. Плачевно все. Он еще Т3 друида апнул. Второе место, ребят. Поздравьте, третья ладья, ребят. 46 очков. Not bad. 20 уровень. Ну что, рольнем рулетку? Как магами просрать? Боже, там, возможно, какая-то раста должна была быть. А мы не рольнем. Ха. Вот так вот, ребят. Ну, в общем, такие дела. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.